Сейчас прям вам видео сниму, полное видео именно по этому магазину, по маркету во Франции, Камбре, по-моему, городок, в сторону Бельгии едем, и загружу на Антон М видео, покажу прикол. А, пришли, пошли в магазин, мы уже заходили, посмотрели, решили снять. Причем тут наш и сельхоз, и колхоз, и этот магазин. Ну, сейчас, сейчас увидите. Ага. Охренеть. Это еще Франция, то есть в сторону Парижа, этого, в Брюсселе едем. Вот такой. Резина. Не пойму, это тормоза. То есть вот это ручник, тормоз, да. Педали. Педали, вот двойной тормоз, да. А то сцепление. Коробка. Это, скорее всего, ВОМ включение. Да, я пошел прыгать. Ага, это телега, прицеп на навеска ручного опускания. Это без. А, это гидравлика на опускании. Тут винт, не пойму, что. Вот эти два винта. А, наверное, этого опускают. А, регулировка тормозов. Так, ладно, сейчас. А? Спереди. Ага. Вся красота. Плюс. И масло, смотрите, это два датчика. А температуры нет? Нет, наоборот. Oil. Масло. Температура масла, что ли, получается? 75-то. Так, называется вот так. Вот такой движок. А бак? Бензиновый. Ну, бак вот такой. А, водяной, почему? Да, воздушный. Воздушный. Какая-то сельхозраспродажа, то есть что-то такое. Сейчас посмотрим. Генератор. Bonjour, Bonjour. Это вода, слив, краник, патрубка, с блока и с этого, с радиатора, помпа, генератор, это, я так понимаю, масло заливать, стартер вот здесь, рулевая колонка. Должен под сиденьем быть был. А, вот, наверное. Вот, точно. Передачи 1, 2, 3 и задний. Охренеть. Я передние колеса еще сниму. Колонка, видишь, рулевая, как легко крутится. Ага. Да, да. Люк есть он там. Да, да, да это фигня. Охренеть. Все восстановлен, сделан. По-моему, сварили. Ага. Ага. Заварено, сделано. Крыльев нет, еще здесь должны сюда быть. Нет? Хрен его знает, да? Так, ну ладно, все надо.